Ну, тогда я готова, в принципе, на самом деле, по желанию на вопросы лучше ответить, чтобы мы сейчас какие-то для себя нюансы. Сейчас, следующая наша с вами методика, которую мы будем обсуждать, это корональное смещение. Она традиционно, революционно отличается от всего, что существовало до него, потому что множественные рецессии до предложения Джованни Зуккелли устраняли только туннельными методиками, и коронального перемещения в области множественных рецессий никто не делал. Показания для ротированного лоскута – это первый и второй класс рецессий по Миллеру, ну и, естественно, наличие множественных рецессий. На основании схемы, которую разработал когда-то сам профессор Зуккелли, я постаралась вам предоставить небольшую такую выжимку из его труда и трудов, ни одного, выбор методики для множественной рецессии, для устранения множественных рецессий, когда и что мы можем использовать, при каких показаниях, когда используется только однослойная методика, только двухслойная. Вы уже люди подготовленные, мы уже с вами поговорили о таких вещах, как наличие ширины кератинизированной десны опекальной рецессии, толщины, наличие мышечных слизистых тяжей или мелкого преддверия. Соответственно, вот эта схема будет вам помощником для выбора методики, когда вы колеблетесь, нужен вам аутотрансплантат или аллотрансплантат для ротации лоскута, или вы обойдетесь просто обычным коронально ротированным перемещением лоскута. Противопоказания для ротированного лоскута – это третий, ну, под вопросом, вот профессор Зуккелли говорит, что он оперирует третий класс, и ротированным лоскутом мы получаем хорошие эстетические результаты. И четвертый класс является противопоказанием, потому что по самой методике требуется высота междузубного сосочка, необходимого для фиксации ушивания операционной раны. Поэтому четвертый класс является исключением для этой методики. Высокий уровень клинического прикрепления десны является относительным противопоказанием, но возможно, что в данном случае просто возможно применение двухслойной методики и применение аутотрансплантата будет нивелировать какие-то эстетические дефекты. И мелкое преддверие полости рта является абсолютным противопоказанием для данной методики, потому что невозможность хорошей мобилизации этого лоскута нивелирует всю операцию. Мы сейчас с вами поговорим об очень важном аспекте. Каков дизайн разреза, который предложил профессор Зуккелли, в чем его особенность? Начинается дизайн разрез с измерения глубины рецессии десны. Глубина рецессии десны откладывается от вершины анатомического сосочка в области каждого предыдущего зуба, что очень важно. Каждый предыдущий зуб, хирургический его сосочек, там, где мы начнем его моделировать, будет устранять рецессию предыдущего зуба. Я сейчас на модели и на слайде просто покажу, как это выполняется. Там достаточно простая формула получается. Ротация этого лоскута заключается в том, что в области устранения рецессии ротированным лоскутом выбирается центральный зуб. Чаще всего это клык, который высота рецессии является основополагающей для всей ротации лоскута. И лоскут ротируется вокруг этого клыка, устраняя посредством такой ротации еще и рецессии на соседних прилегающих зубах. При этой операции вертикальные разрезы на верхней челюсти не выполняются. Вертикальный разрез на нижней челюсти выполняется один в зоне второго резца, между вторым резцом и клыком, только для нижней челюсти, для того, чтобы исключить натяжение слизисто-мышечной, потому что чаще всего там возникает конфликт с преддверием полости рта. Вот таким вот образом выглядит измерение. Вы измеряете глубину рецессии
я советую двигаться от центрального зуба, которым у нас будет являться клык. Например, вот этот зуб. Мы его выберем клыком. Мы измеряем высоту рецессии, которая на нем есть. Откладываем ее с двух сторон, тем самым обозначая начало хирургического сосочка. Измеряем рецессию на рядом стоящем зубе. Откладываем ее на сосочке апроксимальном дистальнее. Измеряем рецессию на соседнем зубе медиальнее клыка на резце, откладывая ее на дистальном сосочке. И выполняем моделирование дизайна лоскута, разреза первичного, который будет полнослойный. Таким образом, ваш разрез стремится от зенита зуба, от шейки зуба к точке, которую вы измерили, моделируя вот таким образом хирургический сосочек новый. Потом ваш скальпель заходит в межзубную борозду, выполняя полнослойный разрез. Вторым движением вы опять проводите разрез по сосочку, моделируя новый хирургический сосочек. Далее вы скальпель опять заводите параллельно зубу, выходите в точке, где у вас начинается апроксимальный сосочек, и выполняете разрез, опять же, все движение у вас движется вокруг клыка. Если у вас есть два зуба, два резца до клыка, и потом еще два премоляра, значит, вы сначала выполняете разрез от двух премоляров, ротирующих к клыку, потом от двух резцов, ротирующих к клыку. Таким образом выглядит препарирование. Мы сейчас с вами перейдем. Осложнения у этой методики абсолютно такие же, как у осложнения при корональном смещении, потому что, по сути, это и есть корональное смещение. Клинически, оперативно это выглядит вот так, полость рта. Это измерение биотипа, измерение толщины кератинизированной десны и измерение рецессии, что очень важно для данного случая. Здесь множественная рецессия десны в области трех зубов, в области второго резца клыка, первого премоляра. Она ассоциирована с наличием абразии. Данная методика будет демонстрироваться, которая она двуслойная с применением малого трансплантата. Вот выполняется ротация. Видите, разрезы в данном случае не трапециевидные. Они идут от зенита, от вершины рецессии к точке измерения нового хирургического сосочка на соседнем зубе апроксимально. И два хирургических сосочка ротируются и стремятся в сторону нашего центрального зуба с устранением рецессии, в сторону клыка. Вот такой вот дизайн будет разрезом. Все направления в сторону именно ротации, для того, чтобы при сопоставлении хирургического сосочка с анатомическим произошла такая ротация лоскута, что одновременно мы можем закрыть от 3 до 6-7 рецессий, используя эту методику, не проводя ни одного вертикального разреза на верхней челюсти и один на нижней медиальной. Это девитализация сосочков, измерение и проверка мобильности, фиксация аллотрансплантата обычными межзубными швами. И вот очень свободное ушивание. Вот эти самые петлевидные швы, о которых мы с вами говорили. Видите, здесь нет никаких дополнительных швов. Все свободно ушито вот этими двойными видными петлевидными швами. И вот это результат после этой методики через месяц. Связано это с наличием абразии, с наличием применения аллотрансплантата. По поводу особенностей его применения я вам расскажу чуть-чуть позже. Это тема нашего модуля послеобеденного. Клинически рецессии все устранены. В данном случае совместно с пациенткой было принято решение
устранение образия твердых тканей зуба уже после полного восстановления десневого края, после полного моделирования его, потому что существуют здесь некоторые ортодонтические предпосылки для того, чтобы не делать этого раньше. Неизвестно будет, каков будет результат на самом деле в ее случае, потому что у нее есть нарушение положения, есть старые ортопедические конструкции в полости рта. Поэтому мы пришли к такому решению закрыть образию в последующем, когда полностью сформируется санитарно-тканное прикрепление и интегрируется биологический материал, в данном случае аллотрансплантат. Эту методику мы с вами отработаем во втором модуле по твердой мозговой оболочке, потому что мы будем с вами делать эту операцию на биологических моделях и устанавливать туда аллотрансплантат и устранять множественные рецессии одновременно. Поскольку при устранении множественных рецессий мы чаще всего используем все-таки двуслойную методику, то применение фиксации либо ауто, либо аллотрансплантата очень актуально при работе с этой методикой, особенно с учетом того, что объем вмешательства достаточно большой, как правило, он включает либо один, либо два сегмента, поэтому навык от его применения, устранения множественных рецессий очень важен с применением фиксации какого-либо трансплантата в области рецессии или образия.